Ассаламу алейкум, курметы курмендер. В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. Беспрецедентный случай произошел в одной из школ Майкудука. Днем в минувшую пятницу произошел крупный пожар в черте города. В Астане, в выставочном центре Корме, состоялось открытие форума малого и среднего бизнеса «Стартап форум Каска-2012». Беспрецедентный случай произошел в одной из школ Майкудука. Взволнованные родители учащихся требуют закрыть школьную столовую. По их словам, то, чем с недавних пор кормят их детей, нормальной едой назвать нельзя. В свою очередь, арендаторы столовой утверждают, что все недовольство – просто сговор. С раннего утра разъяренные родители учащихся толпятся у дверей 17-й школы. Все они требуют, чтобы школьную столовую, в которой питается их чадо, закрыли. По словам взрослых, то, чем кормят их детей в буфете, едой назвать нельзя. Пища не только невкусная, но и не свежая. Они не видят ничего предосудительного в том, что пища лежит в холодильнике день-два, потом они ее выкладывают на стол. Помимо того, допустим, взять вот тот же кисель, вот недавно это было на днях, значит, кисель, в киселе плавает жир. Девочки прям открыто заявляют, они улыбаются и говорят, что нет ничего предосудительного в этом, ну, упал кусочек мяса. В кисель. Мы его аккуратненько достали, естественно, его разлили. В пятницу я сама лично приходила после обеда посмотреть. Утреннюю кашу, которую дети не доели, они дают второй смене. И то, что, например, ребенок не съел эту кашу, они забирают и с другой стороны подают заново, как бы, другим детям. ИП «Григолий», арендующие столовую, выиграли тендер впервые. Свою деятельность в 17-й школе они начали в апреле. Но качество приготовленных блюд не устраивало родителей школьников. Вот у нас был случай, когда дети травились. У нас мальчик Алмаз и... Влад. Ну вот Илья. Вот трое детей, это которые отравились пищей. У них рвота открылась в классе. Вы представляете, что это было? Недоброкачественная пища. Да и сами дети, которым каждый день приходится питаться в школьной столовой, на вопрос, нравятся ли им здешние обеды, отвечают однозначно. Мне не нравятся макароны, ну все не нравится, ничего. Мясо не нравится. Да, из дома беру тормозок, из дома. Дают такой какой-то бульон, что меня вот так делают. Вот так. Потом еще я иногда ем, мне как будто тошнит, и там холодные напитки. В четвертой четверти сменились, ну, новые в столовой стали. И продукция стала очень дорогая и некачественная. Вот только арендаторы столовой с обвинениями в их адрес не согласны. По их словам, пища у них вкусная и свежая. Давайте сейчас вы пройдите, просто посмотрите по факту. Я приглашаю вас, какая у нас грязная посуда. Это хорошая еда на сегодняшний день. А потом что, дальше будете травить с нами? У нас каждый день хорошая еда. Какой каждый день? Согласны ли вы? Вместе с родителями мы отправились на школьную кухню. Это, думаете, свежая капуста? Конечно. Директор школы уже подала заявление на расторжение договора о сотрудничестве. На момент подачи, значит, уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке, то есть это 19-20 числа, разрешения СС еще нет. Я, конечно, имею право закрыть столовую, так как нет разрешения СС. Что я и сделала? Я отправила уведомление Анне Наполеоновне Григорию. Я отправила исковое заявление в суд о, значит, признании ее недобросовестным поставщиком. На сегодняшний день судебный процесс, ждем судебного процесса. Вот только арендатор считает, что у директора в отношении столовой свои интересы. Мы считаем, что директор преследует какие-то свои интересы, потому что нам однозначно было сказано, что с вами работать не буду. И это хорошо спланированная акция. И похоже на рейдерский захват школы. И директор, имея свои административные рычаги воздействия на родителей и на детей, то есть это все хорошо спланировали.
Пока директор, родители и арендаторы выясняют, кто прав, кто виноват, дети остаются заложниками ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, вот такие вот моменты, они являются теми элементами, которые расшатывают и политическую систему нашего государства. Когда в реальности, вот в жизни происходит как раз то, с точностью до наоборот, о чем говорят наши власти, о чем говорит наш президент. Сегодня как раз таки говорится о нашем поколении, о здоровом нашем поколении. Но когда происходят вот такие вот вещи, то как раз таки все усилия нашей власти сходят на нет абсолютно. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Житель Караганды Асхат Абишев уже год находится в следственном изоляторе. Его адвокат на встрече с журналистами сказал, что на его апелляционный иск суд не отвечает. 28 апреля прошлого года Асхат Абишев был задержан сотрудниками полиции с пистолетом ТТ. Кроме того, у него изъяли 74 грамм героина. Адвокат и родственники Асхата в один голос заявляют, что при задержании ему подкинули наркотики и оружие. Ни на героине, ни гибри обнаружены, ни следы его пальцев, ни миконаложения, ни в карманах, нигде. И он фактически описал с самого начала, что ему действительно были данные запрещенные предметы были подброшены. Сторона защиты использует все способы, чтобы доказать необъективность следствия. Адвокат Мирам Шаймерденов, защищающий Асхата Абишева, считает, что тот задержан необоснованно, но при этом апелляцию суд не рассматривает, объясняя, что решение обжалованию не подлежит. А что такое у вас препятствие права обжалования судебного акта? Это грубейшее нарушение норм уголовного процессуального закона. Право обжалования предусмотрено уголовным процессуальным законом. Это все равно, что осужденному воспрепятствует обжаловать приговор. Вот мы сейчас сидим, вот мы пишем жалобы, и Верховный пишет, и вот тишина, и вот никакого ответа, никаких реакций. Жена Асхата Абишева сейчас обеспокоена состоянием здоровья супруга. В начале этого месяца в онкологической больнице ему делали операцию. Ситуация сложилась так, что мы уже в течение года боремся за справедливость, можно так сказать. И были вынуждены уже, вот, неоднократно обращались во все органы власти, правоохранительные, прокуратуру, даже финансовой полиции мы были. Вот, но тщетно, и поэтому... Как бы не то чтобы последняя надежда, но как бы журналистика тоже является четвертой властью, как бы тоже имеет влияние. Может, с помощью вас мы как-то до кого-то достучимся. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Днем в минувшую пятницу произошел крупный пожар в черте города. Горела лесопосадка в районе Михайловки. Площадь возгорания составила более 2 гектаров. Время тушения – более 2 часов. Подробности у Ирины Камышовой. Горевшая лесопосадка в Михайловке является охраняемой природной территорией и относится к государственному учреждению по охране лесов и животного мира города Караганды. Здесь растут реликтовые сосны. Пожар был верховой, то есть имеется деревья, хвоя горела у деревьев. Вот. Причина пожара, самая вероятная, это людская неосторожность. Ну, сами видите, много пустых бутылок, люди сюда приезжают отдыхать, за собой не убирают, наверное, употребляют алкоголь и напитки, и курят, и от этого произошел пожар, скорее всего. Это. Тушили пожар 12 автоцистерн с водой и более 60 человек личного состава. Многочисленные запреты на разжигание костров в лесных посадках безответственных горожан не останавливают. И как результат, более 2 гектаров сожженных деревьев. К счастью, жертв удалось избежать. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Астане в выставочном центре «Курмет» состоялось открытие форума малого и среднего бизнеса «Стартап-форум «Каска-2012». Форум проводила Казахстанская ассоциация предпринимателей «Каска». На крупнейшем мероприятии для предпринимателей Казахстана побывали и наши корреспонденты. Продолжит Анель Шелкарбек. Форум малого и среднего бизнеса «Стартап-форум «Каска-2012» прошел впервые. Подобное мероприятие – это уникальный шанс для открытия своего дела и для качественного развития уже существующего бизнеса. Это возможность узнать все о бизнесе в один день и в одном месте. Словом, форум – это инструмент, с помощью которого наши бизнесмены средней руки могут найти решение тех проблем, на которые в одиночку ответ найти трудно, считает председатель Совета правления Казахстанской ассоциации предпринимателей «Каска» Жумбек Жаныкулов. Здесь основная идея, фокус заключается в том, чтобы обменяться опытами, идеями, найти бизнесовых партнеров новых, в то же время проконсультироваться, как вести бизнес, как вести при налоговых проверках,
в каких случаях можно взять субсидии. Эти все информации будут консультироваться органами, такими как фондом развития предпринимательства ДАМУ. Также будут участвовать банки, будут свои программы представлять, рассказывать о дальнейшем своих, как бы, для развития предпринимательского духа в Казахстане. Мероприятие собрало свыше 1000 участников. Это представители национальных компаний, институтов развития, финансовых организаций и отечественных инвесторов. В работе форума принимали участие представители государственных органов. Особое внимание уделялось привлечению предпринимателей из сельских местностей. И задача участников мероприятия – донести информацию, создать контакты, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются предприниматели и что нужно для развития бизнеса. На форуме рассказывали, как и где можно получить кредит, юридическую и бухгалтерскую помощь. Сегодня это мы Казахстанская ассоциация предпринимателей собрала сегодня около 1000 предпринимателей со всех, значит, районов, краев, областей нашей страны. Вот. Ну и кроме того, коллеги должны знать друг друга, должны познакомиться друг с другом, должны помогать друг другу, должны знать, как продвигать бизнес, какие, может быть, изменения необходимы в бизнесе в рамках вот сегодняшнего посткризисного развития. Председатель правления Союза Атамекен Аблай Мырзахметов пояснил, что хотят открыть центры по оказанию всего спектра услуг в каждом районном центре, где квалифицированные эксперты могли бы оказать огромную поддержку для развития предпринимательства на селе на бесплатной основе. А для этого нужна поддержка правительства. Если мы говорим о целом инновационной экономике, вот, да, задача президентом так поставлена, программа же индустриальная инновационная, то, конечно, это серьезная отрасль надо создавать. Ту же целую отрасль зеленой экономики надо создавать. Ну, конечно, серьезное вливание. Это серьезные исследования должны быть. Или надо создать одну крупную компанию, вокруг которой будут много там венчурных или других малых предприятий, которые от спроса от этой большой компании будут двигаться. Да, там, ну, по примеру, Nokia или другие. В рамках форума предприниматели, которые уже начали свое дело, продемонстрировали собственное производство. Среди собравшихся под одной крышей представителей малого и среднего бизнеса были и молочные компания «Натиже» и чайная компания «Юнити» из Караганды. Мы завозим чай напрямую, без посредников, то есть мы можем гарантировать качество нашего чая. И доведение этой информации как до членов нашей ассоциации, как бы КАСКО, так и до рядовых всех потребителей. Вот как бы основная цель. И, может быть, это послужит тому, что мы сможем найти новых деловых партнеров. То есть в разных регионах, там, где еще в Казахстане не охвачено, ну, может быть, и ближнего зарубежья, вот так вот. Также на форуме участвовала и компания «Караганда Лифт», которая интересуется астанинским рынком строительных услуг. Мы надеемся использовать все инструменты, которые КАСКО помогает, показывает бизнесменам Казахстана на этой площадке. В рамках старта форума «Каска-2012» прошла целая серия мероприятий. Немаловажная часть форума была отведена мастер-классам, тренингам и семинарам с участием руководителей крупных компаний, госорганов и бизнес-тренеров. По словам организаторов, это самая прекрасная площадка для обмена опыта, диалога и поиск ответа на самые важные вопросы в сфере малого и среднего бизнеса. Основная задача старта форума – это в течение одного дня в одном месте представить максимальное количество информации, необходимых для ведения собственного бизнеса. Двусторонние встречи бизнесменов нужны. И это не последний мультифорум для казахстанских предпринимателей. Ожидается, что подобные мероприятия будут проводиться и в других регионах республики. И хочется верить, что участие предпринимательского сообщества в работе форума окажется действительно эффективным. У начинающих бизнесменов появятся полезные знания и контакты, а главное – желание действовать и вера в будущее своего дела. Анышел Карбеки, Жан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В преддверии Дня единства народов Казахстана аким области Бельгазы Кусаинов встретился с руководителями однокультурных объединений региона. Деятельность этих объединений за прошедшие годы достойно оценена. За вклад в развитие и укрепление межэтнического согласия руководители были награждены орденами и почетными грамотами Республики Казахстан. Единство народа Казахстана является нашим бесценным достоянием за годы независимости. Еще в первые годы становления государственности президент страны Нурсултан Абишевич отметил: без доверия между людьми разных национальностей, без равенства всех перед законом не будет процветания государства, а значит и счастливой жизни простых людей. Время доказало справедливость этих слов, сказал аким области, открывая встречу. Сегодняшняя встреча с руководителями этнокультурных объединений особенная. Она проводится в преддверии празднования государственного праздника, праздника единства народа Казахстана. Безусловно, что самым бесценным достоянием Казахстана, это признано во всем мире, является единство народа.
Именно оно является главным условием устойчивого роста экономики и стабильности в обществе. Все выступавшие с чувством гордости говорили о дружбе нашего народа, о патриотизме. Сегодняшний грант – это огромное подспорье в развитии нашей культуры, в развитии наших традиций, обычаев. Вот. И на него, как говорится, огромные планы. Это и приобретение музыкальных инструментов, чисто национальных. Это и открытие небольшого, этнокультурного отдела при музее в Долинке сталинских репрессий. Аким области вручил гранты по 700 тысяч тенге каждой 30 руководителям этнокультурных объединений. Гранты, как подчеркнул глава региона, предназначены для изучения государственного и родного языков и для воспитания чувства патриотизма у молодого поколения. То, что мы живем в мире согласия в условиях стабильной общественно-политической ситуации, огромная заслуга Ассамблеи народа Казахстана. Это инновация Казахстана в мировой практике. Жазира Абдраимова, Дмитрий Обрык, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Военная полиция была организована во Франции, позднее получила свое продолжение во всех странах мира. Накануне в Карагандинском штабе военной полиции праздновали 15-летие ведомства. Свое 15-летие сотрудники военной полиции отпраздновали торжественно и очень радушно, где сотрудниками военной полиции был устроен замечательный творческий концерт, посвященный родным и близким. Сегодня мы отмечаем 15-летие, как образовалась военная полиция. Сегодня этот праздник отмечает не только отдел Карагандинского гарнизона, но и все сотрудники военной полиции Республики Казахстан. Также мы... Деятельность органов военной полиции строится на принципах законности, гласности, равенства всех перед законом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Бек Абдинов, Карат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Как хочется купаться. Хоть купальный сезон еще не начался, уже можно увидеть загорающих на пляже горожан. Ясная и жаркая погода, по всей видимости, влечет некоторых жителей к водоемам. На календаре 23 апреля, и столбик термометра показывает еще не столь высокую температуру, а некоторым горожанам уже не терпится открыть пляжный сезон. Если бы вода была бы чистая, я бы искупалась с радостью. А чтобы позагорать? Ради бога, сейчас весна, блин, загар очень полезный. Я очень хочу искупаться, но вода грязная. А вы? И я тоже. Очень хочу искупаться. Очень прекрасная погода, можно сказать, райская погода. Возможно, зимы вообще не будет. Уже купаются люди. Сейчас вы тоже идете в парк. Да, потому что душно. Санэпидемиологи удивлены тем, что люди уже купаются в водоемах. Они еще не взяли пробы воды на анализ, так как считают, что до купального сезона еще далеко. Сейчас, конечно, мы бы не рекомендовали. Во-первых, погода еще не совсем теплая. Во-вторых, пока нет результатов лабораторных исследований воды, проб воды, мы не можем. В Карагандинской области всего 51 водоем. Хоть еще и рано купаться, но работники водно-спасательной станции призывают горожан не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Областной субботник – мероприятие, на котором собираются не только жители города, но и представители правления региона. Как чиновники справляются с уборкой города в нашем следующем материале. Многие годы, каждую весну, школьники, студенты, рабочие и менеджеры всех звеньев выходят на общегородской субботник. Очистить улицы от грязи и мусора, привести город в порядок после долгой зимы – это показатель цивилизованного общества. Вот и на площади Гагарина прошел общеобластной субботник с участием работников Казыбийского акимата. Сегодня в рамках объявленной Аким области двухмесячной по санитарной очистке мы проводим свой районный субботник. Как ранее... За предприятия, за улицами, скверами закреплены предприятия, организации всех форм собственности. Поэтому я призываю всех горожан, все коллективы принять самое активное участие в очистке города и создании уюта и красоты. В уборке и озеленении нашего города с большим воодушевлением приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. Мы сегодня, ветераны, собрались в парке возле Юрия Гагарина садить деревья,
елки, а вместе с молодежью, со студентами. Это, я считаю, очень хорошее мероприятие. Только совместными усилиями можно посадить новые насаждения, побелить старые деревья и бордюры, убрать мусор, и город преобразится, и мы, жители, получим удовольствие от проделанной работы. Бек Абдинов, Харат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась 6-я традиционная олимпиада по химии, организатором которой стал Карагандинский государственный университет имени Букетова. Чтобы посоревноваться в знаниях этой науки, в наш город съехались более сотни школьников со всех уголков области. Более 150 учащихся 9-11 классов из Жасказгана, Балхаша, Шахтинска и Абая приехали в шахтерскую столицу продемонстрировать свои знания по химии. 6-я открытая олимпиада позволяет не только выявить наиболее одаренных учащихся в области химии, но и сформировать у школьников интерес к естественно-научным предметам. Олимпиада проходила в один тур. Всех участников ждали 5 несложных и даже интересных заданий. Задания, прежде всего, они не рассчитаны на запоминание, они рассчитаны на логику. Мы оцениваем не правильность решения, а ход решения. Правильно ли человек мыслит, в принципе. Вот. Поэтому как бы, задания некоторые с юмором, некоторые с какой-то выдумкой, некоторые связаны с нашей жизнью. Иногда даже вызывает немножко, чтобы снять напряжение школьников, мы специально даем такие задания, которые вызывают немножко интерес, юмор какой-то и так далее. И сначала он посмеется, немножко расслабится, и легче человеку будет дальше решать. Также декан химического факультета отметил, что интерес к химии в нашем регионе с каждым годом увеличивается. Это во многом связано с интенсивно развивающейся химической отраслью. И все выпускники химфака КАРГУ очень востребованы на рынке труда. Сегодня интерес к химии с каждым годом увеличивается, поскольку химическая отрасль развивается в республике. Согласно государственной программе индустриализации, согласно карте индустриализации области, открывается все больше и больше химических предприятий, и, соответственно, эта отрасль нуждается сегодня в квалифицированных специалистах. А вот победители олимпиады по химии вместе с почетной грамотой получат существенные скидки на обучение в Карагандинском государственном университете. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А на прошедших выходных юноши, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, могли показать все свои спортивные навыки. Соперниками же выступали сверстники, а также инспектора по делам несовершеннолетних. Акция, проходящая ежегодно под патронажем Акимата, в этот раз перенесла участников на газон мини-футбольного поля. 25 юношей. Таков состав участников. Плюс к тому команда от инспекции по делам несовершеннолетних. Сейчас на учете состоит 261 человек, и собрать команду из такого количества молодых людей особого труда не составляет. Как говорится, было бы желание. И оно нашлось у 15 молодых людей, которые составили 3 команды. Такая акция является не единственной в работе группы по делам несовершеннолетних и Акимата. В течение уже этого года в первом квартале проводили мероприятия, лекции проводили, круглые столы проводили, встречи, семинары проводили, работают психологи с детьми. Вот. Но это одно из таких мероприятий, где люди, дети могут показать, проявить себя и, может быть, заинтересоваться какими-то интересными для себя новыми сторонами жизни. Игра была достаточно интересной, тем более, что среди молодых людей уже есть сплоченный коллектив, играющий в футбол. В конце турнира призами и подарками были награждены все участники, потому как главное это не победа, а участие и внесение своего вклада в пропаганду здорового образа жизни. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Салбоумздар.